немецкое качество, надежность, в ней сочетается все. Третья моя машина, Volkswagen Jetta. Очень все четко, лаконично, ничего лишнего. Доволен. 100% устраивает. Пришел и сразу влюбился в эту мордашку. Сразу увидела эту машину, и сразу она мне попала прямо в душу. Серьезность, надежность – это было первое, что выбиралось. В машине хватает абсолютно всего. Все, что надо для вождения, комфортного вождения. Вариантов просто быть не могло. Рассматривали такую возможность покупать в лизинг, но решили, что лучше собственными средствами. За разумные деньги купили хороший автомобиль. Очень впечатлил дизайн. Как говорят, она дороже выглядит, чем стоит. Нравится сервис, нравится качество автомобиля. Отвечает всем моим требованиям, поэтому я решил его взять. Приехали и поехали по родне всем показывать. Знакомый говорит, у вас машина так блестит. Новый автомобиль – это новый автомобиль. Она оправдывает и деньги свои, и качество свое, и дизайн. Допустим, если сравнивать с Polo, да, Jetta… Мало того, что на класс выше, и, соответственно, места в салоне намного больше. Устраивает, как все расположено, как расположена приборная панель, как расположена центральная консоль. Разница в цене была небольшая, а оснащение почти такое же, ну и, соответственно, машина на класс больше. Polo автомобиль хороший, Jetta автомобиль еще лучше. Многорычажная подвеска, системы стабилизации, почему бы нет? Она лучше держит дорогу, у нее лучше звукоизоляция. Если заглянуть в багажник, там увидите кучу свободного места. Цена немного выше за вот эти вот дополнительные характеристики. Радовало Partronic по кругу, именно в комплектации All-Star. Машина очень экономичная. Вчера я ехал с Нарыч, у меня расход оказался 4,9 литров. Ты едешь в ней, и ты не боишься. Ты можешь рулить одной рукой, и ты чувствуешь себя уверенно. Очень устойчиво. В плане эргономики машина очень удобная. Легко, идеально, все так переключается, что непривычно было. Действительно, машина по душе. Если сравнивать первую Jetta и теперешнюю, то, конечно, Volkswagen далеко прошел. Jetta, которая очень знаменитая, которая любила молодежь немецкая, которую переделали, да. Я тоже ездил на той Jetta. Эта машина была классика. Volkswagen – это большая семья. Этот автомобиль для души. Когда еду на работу, хоть один посмотрит, покажет лайк, это очень приятно. Путь Jetta проделала, я думаю, очень большой. Я думаю, что надежность и того автомобиля, и этого автомобиля у них на достойном уровне. Эти машины легендарны. Я думаю, на этом Volkswagen не будет останавливаться и будет только развиваться и развиваться.